Всем привет, с вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Что-то в последнее время меня потянуло на азиатскую кухню. Даже удивительно. Хочется чего-то яркого, имбирного, острого. Не иначе чувствую приближение промозглой такой дождливой испанской зимы. Сегодня хочу немного пофантазировать в сторону Кореи. И за основу взял их классическую остро-сладкую свинину в соусе гочуджан. Но прекрасно понимая, что в ближайшем супермаркете вы вряд ли этот соус найдете, решил немного отступить от рецепта. Классический соус гочуджан готовится достаточно долго. Берут молотый чили перец, берут ферментированные соевые бобы, соевый соус, рис, рисовую муку, все это смешивают, потом ферментируют по полгода. Короче, найдете в магазине, покупайте. Не найдете, не парьтесь. Итак, для сегодняшней фантазии я взял, собственно, свинину, это лопатка, рис для гарнира и рис для соуса. Он у меня уже варится, вот здесь уже практически сварился, должен быть разварен хлам. Кроме того, соевый соус, сладкое рисовое вино, это хонмирин, чили перец молотый, коричневый сахар, чеснок, лук, острый чили перец свежий, лук зеленый, чеснок, имбирь, черный перец. По-моему, все сказал. А, еще кунжутное семя для украшения. Рис для чили-пасты должен быть разварен в хлам. И пока он доваривается, займусь всем остальным. Мясо надо нарезать довольно тонкими кусочками, чтобы оно очень хорошо и быстро промариновалось, а потом также быстро приготовилось. Ну а чили очистить от семян. Имбирь на терке. Лук полукольцами. Чеснок нарубить. Можно составлять маринад. Все кладу к рису. И чили, и имбирь, и чеснок, и черный перец молотый, и рисовое вино, и соевый соус, и сахар. И все это разбить блендером до однородности. Отлично. Мариную мясо. Всего понадобится примерно полчаса. Ну вот так. И к моменту окончания маринования можно будет поставить вариться рис для гарнира. Кунжутное масло надо разогреть. И в разогретом быстро обжарить свинину. Внимание, в маринаде очень много сахара. Если мясо будет нарезано толсто, то к тому времени, когда внутри мясо прожарится, снаружи весь этот сахар безбожно сгорит. Поэтому режем тонко. Помните? Как видите, все очень просто.
Начну, конечно, с мяса. Это остро, но не супер остро. То есть ощущение такого согревания присутствует. Немного печет рот, но только немного. Я бы на мой вкус, наверное, даже больше астарды добавил. Больше бы этой пасты сделал. Ну, либо взял более острый перец. Может быть, вот чили свежий, не один, а два сточка надо класть. Потому что все-таки здешний чили, который в сточках подается, недостаточно хорош, на мой взгляд. Так, теперь немного риса. Риса с вот этим вот луком. Тут и острота присутствует, и сладость. Классно. Это классно. Я должен еще взять. Должен, извините. Где здесь кусочек? Вот этот тот. Свинина обалденная. Очень сочная. Очень яркая. Мягкая при этом. Великолепно. Слушайте, если заморочиться, приготовить такой вот пасты острый побольше, чтобы вот не заниматься тваркой риса предварительно, а сразу наготовить, она же хранится очень долго, держать ее у себя или вообще купить в магазинах эту пасту, то такая штука готовится быстро. Смешал все ингредиенты для маринада этого, имбиря быстренько натер, полчаса в холодильнике, она все промариновалась, и вот на эту самую, на плиту, на сковороду. На сковороде такая вот тонко нарезанная свинина обжаривается буквально 5-7 минут, больше и не надо. И прекрасный совершенно обед, ужин, не знаю, у вас на столе. Прям мне это нравится, слушайте. Не знаю, что я ударился в азиатчину, но прям нравится. Короче, смело готовьте и наслаждайтесь, если вы любите острое. На этом позвольте с вами прощаться. Напоминаю, промокод Фреска позволит вам здорово сэкономить на ножах Самура. Я сегодня использовал Самура Гольф. Классные, очень удобные ручки. Пользуйтесь, радуйтесь на кухне, готовьте быстро, готовьте легко, готовьте вкусно, радуйте гостей. Огромное спасибо за компанию. Не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!